425 гривен. С такой суммой рискуют расстаться те, кто любит объезжать заторы по трамвайным рельсам, напоминают в патрульной полиции. И так не кстати, для нарушителей стартовала всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Акция началась с рейда на Генуэзской, где автолюбители частенько грешат запрещенным маневром. Працюємо в час пік, виявляємо, попереджаємо та виписуємо адміністративні постанови. Нагадаю, що за це порушення передбачено штрафні санкції – це 425 гривень. У нас є проблемна вулиця Французький бульвар. В часи пік, особливо зранку, ми періодично також відпрацьовуємо. Також у нас є проблеми, але це вже паркування в районі Привозу та вулиця Старопортофранківська. Рейд полицейских выдался весьма урожайным. Только за первые полтора часа составили больше 10 постановлений. Патрульные говорят, что водители не спешат признавать свою вину и часто глупо оправдываются. Найчастіше водії не розуміють, що це є правопорушення, вважають, що складу правопорушення немає, рухаються по трамвайній колії, навіть не знаючи правил дорожнього руху. Ну, абсурдні якісь оправдовування, цього немає складу правопорушення, я поїхав далі, все. Водители, попавшись на горячем, общаться с журналистами отказывались. Кто-то вызывал на место еще один патруль, но потом сдавался и соглашался на штраф. А некоторые были весьма приветливы и учтиво объяснили мотив своего нарушения. По дорожке с радостью, слушайте, нужно съехать же на дорожку, правильно? А чтобы съехать на дорожку, нужно, вот видите, вот там вот не всегда можно пройти. Вот я бы даже не здесь съезжал, я бы, может, искал, ну там можно было бы назад вернуться и съехать. Но сейчас я буду съезжать здесь, чтобы не нарушать. Патрульные говорят, что отработка проблемных локаций города продолжится и после окончания недели безопасности дорожного движения. Сразу после водителей целью рейда встанут пешеходы. Их тоже ждут штрафы и профилактические беседы.